Сколько я себя помню, я ждал смерти своих родителей. И это случилось. Они мертвы. Флоренс. Флоренс, я здесь сижу и душу свою изливаю, а вы заснули? Да. И какие чувства это в тебя пробудило? Дорогой Боже, спасибо тебе за это время с моей прелестной сестрой и ее парнем, который то с ней, то нет. Тебе давно уже пора сделать из нее честную женщину. Не нужны мне советы касательно отношений от бежевого земляного червя. Открой дверь. Я очень долго твердила себе, что ты все-таки повзрослеешь. Я тебя до смерти ненавижу. Да уж, а еще новости есть? Я беременна. Изабелла, я хочу оставить этого ребенка. Если уж мы собираемся создать семью, я хочу, чтобы ты воссоединился с той, которая у тебя уже есть. Ты не понимаешь, о чем просишь. Мои родители погибли, а у сестры более 80% тела в ожогах третьей степени. А это у нас кто? Это Изабелла, моя девушка. Эмма, а где Перл? Она ест в своей комнате. Почему? Потому что мне сложно удержать пищу в желудке, когда я на нее смотрю. Болезненно, неуютно и очень-очень смешно. Уникально притягательно. Служите Господу со страхом в душе. Нам нужно уехать сейчас же. Но как же Перл? Я не могу уехать, не увидевшись с ней. Я пережил пожар в мусорном баке, может стать обрядом посвящения для киноманов, вне зависимости от того, являются ли они поклонниками жанра ужасы. Отклонись на спинку, расслабься и узри истинный сосуд Божий. Выполняй угодную ему работу. Пожар в мусорном баке. Она плохая девушка. Очень плохая девушка.